Всем привет, это седьмая часть видео прохождения Outlast. И у меня там что-то гликануло, я не успел обращаться. У меня какая-то херня вылезла, и захват видео закончил из-за этого. Не получилось. Так, о, вентилятор работает. Я только сейчас заметил. Так, окей. Есть батарейки? Чувак, есть батарейки. А если дойду? Госпиталь проклят. Понятно. Что здесь? Ой, я здесь тоже не мог. Кто-то продрестался. Неудачно. Промахнулся немного. Так, че ты? А, в прошлой серии я активировал все три рычага. Вышел из этого грёбаной комнаты, где-то придурок бегает. И сейчас буду искать, куда идти. Ладно, давай сюда. Опа. А! Не боюсь, так много. Стоп. Батарейки есть? А ничего себе, лампы обнюхали. Ну или их, ничего себе лампы. Короче, по-любому лампа чем-то тут не была. Так. Ха! Вот сюда пойду. А, да, сейчас сюда вот надо. Вон, да, не сюда. Понял? О, сходи. Прыги. О! Как? I'm sorry, my son. Прости, сын мой. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open. Фух. Кто не играл, попробуйте поиграть. Понравится. Ох. Дедушка. Нравится дедушка. Мне нравится тут то, что где не надо ничего делать. Сейчас выйдет у него. О, камера. А ему даже камеру подарили. Явно. А ты что, кровать как держишь-то? Она что, левитирует, что ли? А с кем я спрятался? Нет, не могу. Она левитирует. Ой, чувак, ты чё пугаешь? Чувак? Чувак? Чувак, ты меня реально напугал? Ладно, пойдем. Drink my blood if they want to get out. Fuck! Get back! Get the fuck away from me! Ah! Ah! Don't you dare look at me!
слышишь? Блин, меня аж макает, что ты стоит. О, что это такое? Чувак, ты псих. Чувак, где нам? Что с ним? This. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. To give him a running start. You look like a ghost. Эти как чувак? Не будет ли чуваков? Нет. А ты чё? Он башка бился тут, там, здесь, здесь. They're in my blood and they want to get out. Feel. Ты дурак. Чё ж ты делаешь, дурак? ему весело. А вот дверь открыта, только туда. Ха. Куда идти-то? Он везде башкой бьется. А, чувак, ты сейчас на меня нападешь. They'll tell you it's science. It's not. They were waiting for us. Billy understood. They've always been here. Мне вообще надо было сейчас пытаться встретить. Вряд ли мне надо было. Чуваки! Опа, стоп. А, я понял. А, нет, не понял. Чуваки, может открыть? They're in my blood and they want to get out. I can feel. Подсадите, подсадите. Сейчас заеду. Да. У него не все в порядке, давай. Ладно, попробуем садить. Ты че, чувак? Ты вообще дурак, что ли? Че так пугаешь-то? Ага. Чувак, я под тобой. Опа, нашел. Да, я сделал это. Что здесь происходит?
понравится, место? Стоп, я обратно иду. Этот человек опять бьется. Дура. Да, чувак, у тебя проблемы. You have to wait until I finish. Oh, but I saved some for you. Just wait. Oh, wait. Дурак, что ли? Сюда показать кое-что, думают, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Физик пошло не так из-за доктора Верники. Вот только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Понял. Понятно. Черное это место судьбы, черная смерть уже далеко. Список всего плохого, что здесь позже нас может случиться. Понятно. Думаю, отцу уже дом строил. А здесь делают ремешки. Мы так далеко зашли. И это круто. Ладно, с вами был Илья. Всем пока.